Приветствую всех на моем канале. А сейчас обещанный мною трайфл. Трайфл — это десерт-стаканчики. Хочу вам показать, как утилизировать эти верхушки, которые остаются от бисквита. В прошлом видео я снимала торт на День Святого Валентина, называется фраголино. Остались вот такие вот верхушечки от бисквита. Для начала сделать крем. Жирные сливки из холодильника. Взбиваю до мягких пиков. Сначала на маленькой скорости, потом постепенно увеличиваю скорость до максимальной. Сейчас сливки взбиты до консистенции мягких пиков. В это время добавляю холодное сгущенное молоко. Теперь можно собирать десерт. Я буду собирать вот в таких стаканах. На дно стакана я кладу немножко крема. Так. Сверху на крем бисквит кусочками. Аккуратненько расправляем, чтобы было красиво. Красивый внешний вид. Сверху бисквит поливаю ягодным пюре, чтобы пропитать бисквит и немножко кислинку добавить. Бисквит смягчится, будет очень мягкий, и десерт не будет слишком приторный. На пюре опять крем. Аккуратненько расправляем, чтобы слои получились красивые, аккуратные. Такие десерты можно собирать с любым кремом, с любым бисквитом. Также можно добавить и шоколадную ореховую пасту, можно добавить орехи, сухофрукты, все, что вам нравится. Семена, пудинг чиа, мюсли можно добавить или даже гранолу. Бисквит получается очень влажный и нежный. Вот, слышите? Итак, чередуем слои. Последний слой – это крем. Остатки бисквита можно заморозить и потом использовать либо как декор, либо сделать еще дополнительные трайфлы. Декорирую сверху я с помощью посыпки. Вот такая вот красная посыпка. С наступающим днем Святого Валентина! Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь, до скорых встреч!